9 марта 43 года руководители Тульской области отправили письмо жителям Ленинграда. Авторы письма горячо приветствовали героев, показавших невиданные в истории примеры стойкости, самоотверженности, мужества в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Трудящиеся области послали в Ленинград 2 эшелона с продовольствием. Горняки отправили уголь, добытый сверхплана, металлурги – металл. Да здравствуют героические ленинградцы! Да здравствует наша славная, великая Родина! Так заканчивалось письмо Туликов ленинградцам. До победы оставалось 792 дня.